Несколько дней назад мы рассказывали об инциденте, который произошел на въезде в СНТ «Победа». В поле зрения камер наблюдения одного из магазинов, расположенных на Расторгуевском шоссе, попал грузовик, который свалил мусор прямо на одну из дорог. Момент, когда грузовик появился у дороги, хорошо видно с камер, установленных на здании пиццерии, расположенной напротив дороги в СНТ. На кадрах видно, что нарушитель спешил и начал движение с поднятым кузовом, таким образом оборвав провода, тянувшиеся вдоль трассы по столбам. Из-за этого жители ЖК «Государев дом» оказались без интернета и телевидения. Был поврежден магистральный кабель связи нашего информационного партнера МФС «Телеком», в результате чего в жилом комплексе «Государев дом» пропало телевизионное вещание. Благодаря оперативным действиям нашего информационного партнера авария была устранена в кратчайшие сроки, и телевизионное вещание установлено в полном объеме. Сейчас освобожден и проезд в СНТ «Победа». Вывоз мусора осуществила муниципальная компания «Дорсервис». Сотрудники Госаднотехнадзора обращаются к жителям муниципалитета. Если вы стали свидетелями подобных инцидентов, фиксируйте номер автомобиля нарушителя и сообщайте в соответствующие органы, чтобы виновные обязательно понесли наказание.